Всем привет, мои дорогие, с вами Конна Ваня, интернет-проект Faberlic Online. В этом видео я с вами поговорю о моем обычном, можно так сказать, заказе, о том, что закончилось. Итак, смотрите, значит, распродажа была носочков. Я опять-таки схватила носки-невидимки, три пары, артикул 820-051, и носки-невидимки, три пары, если вот эти белые абсолютно полностью, то вот эти носки-невидимки, они идут черная, серая и белая. Артикул 820-057, оба размера 36-38. Далее патчи. Взяла 9 штучек, 14-13 артикул, пока они идут в распродаже, очень хорошо работают, мне понравилось. Да, может быть, это показаться и слишком дорого, например, если каждый день делать такие патчи, они стоят 200 с чем-то рублей, это приличная сумма за месяц набегает. Но я их делаю, во-первых, не каждый день, и во-вторых, у них действительно наишикарнейший результат, поэтому я их прям заказала. Далее такая вот папка. Она мелькала в распродаже в прошлом каталоге. Артикул 117-64. Чем она мне понравилась? Да тем, что в ней очень удобно хранить документы. В ней до такой степени удобно хранить документы, что я прям обалдела. В ней удобно куда-то ходить с документами. Вот тут вот ручка, например. Ну, это силикагель, карандаши, там все, что хочется. Тут уже очень гламурное наполнение. Можно учебники, тетради складывать, блокноты свои какие-то. В общем, шикарная штукенция. У нас одна такая папка идет под документы, под гарантии. Мы очень много покупаем в последнее время всякой бытовой техники. Заказываем шкафы, двери и так далее. У нас в одной такой папке лежат гарантии. Во второй папке у нас лежит все документы на Викторию. В третьей папке у нас лежит медицинская книга Виктории, потому что ребеночек особенный, очень много различных процедур мы всяких делаем, по больницам ходим, инвалидность продлевали, но сейчас нам до 18 лет дали. И, честно сказать, вот эти папочки очень пригождаются, очень-очень-очень. Я заказала четвертую, потому что иногда думаешь, эх, жалко, еще одной такой нет, а потом думаю, да что ж я заказать не могу, что ли, елки зеленые. Коралловый кальций. Заказала 10 штучек, пьем на постоянной основе, артикул 157-30. Долго про него уже не буду говорить. Далее обновила кисточки. Кисть для пудры, обалденная, очень классная кисть, 910-135. Это палочки для аромадиффузора. Артикул 174. Я переставляла. Ну, диффузор закончится с палочками. Я переставляла из старого в новый. И что-то мы допереставляли, и чего-то их не стало хватать. В общем, непонятно. В общем, подзаказала я. Артикул 910-134. Кисть для растушевки теней. Этой кистью я именно наношу тени, не растушевываю. Она мне безумно нравится. Дальше кисть для нанесения теней. Артикул 910-133. А вот это я убираю излишки и подтушевываю. В общем, у меня все наоборот. Но у меня века тяжелая, мне большой кистью удобно, очень удобно наносить тени. Тем способом, которым я наношу. Ну, макияж я скоро снова буду выкладывать, и вы там увидите все эти кисти, по идее. Артикул 910-136. Кисть для тонального крема. Обалденная кисть, понравилась, еще буду заказывать. Вот эти кисти пока что ни одна не полезла, но я их так часто стираю, что я решила заказать, пока есть на сайте, пока есть скидка и так далее. В общем, воспользовалась скидками, грубо говоря. Далее щеточка для бровей, очень неудобно, потому что она у меня одна, неудобно из-за того, что, ну, вы знаете, когда одна кисть, то туда положу, то сюда положу, то она в косметичке, то она на столе, то она в шкафу. В общем, мне надо две как минимум. 910-130, классная, упругая, хорошо расчесывает, все прям великолепно. И моя любовь, кисть Кабуки, 910-139, это чисто в запаснике. Я очень часто делаю макияж, делаю на камеру, мне не нужны. Далее. Вот я заказала такой вот, по-моему, это было по распродаже или 70% скидки по ВИПу. В общем, не помню, 64-59 артикул. Очень классная пудра, пудра-блер с хорошим зеркалом. Тут у нас с вами идет такая вот пленочка и такая вот штучка. Это я все дело выкидываю и пользуюсь кистью. Мне очень-очень нравится. Обожаю эту пудру. Она действительно скрашивает. Не совсем мой оттенок, поэтому по центру я использую другую пудру поверх этой. И получается хорошо. Это пудра Blur. Она действительно очень хорошо работает. Она выравнивает, она разглаживает микрорельеф кожи. Она убирает блеск. Она абсолютно полностью матовая. Без единой там, не знаю, блестин. Абсолютно такая ровная, 9,5 грамм идет, хватает надолго. Артикул 64-59, очень классная пудра, обратите на нее внимание.
Да, я давненько не заказывала, уже подходит к концу. Сыворотка, скорее всего, да, это сыворотка восстанавливающая для всех типов волос. Называется Lotus. Она действительно хорошо питает, волосики действительно хорошо лежат, там ни сосульками, ничем. Приходят классные коробочки. Вот такое вот средство наносите прямо на сухие, на влажные волосы, на какие захотите. Аромат у него очень такой нежный, приятный, какой-то легкой свежести, ненавязчивый. В общем, мне он нравится очень. И я время от времени пользуюсь еще и им. Далее тушь Miss Curl. Я уже прям по упаковочке запомнила, что покупала. Артикул 58-55. Безумно нравится. Именно эта тушь хорошо наносится, хорошо прочесывается. Так, давайте-ка ее увеличим. Вот, хорошо наносится, хорошо прочесывается, просто идеальная тушь. Мне она понравилась. Щеточка у нее силикон и удлиняет, и все-все-все, поэтому прям радость в доме, эта тушь. Но у меня закончилась, на данный момент находится в пустышках, не знаю, когда я их сниму. Классная тушь, артикул 58-55. Далее, сыворотки. Ну, я уже вам, наверное, надоела с этими сыворотками, но они действительно классные. Мелькали в распродаже, я их заказала, каждые по 2 штучки. Значит, сыворотка антистресс эликсир с артикулом 0169. У нее очень классное действие, она идет для любой кожи, для любой ситуации. Наносить ее можно под крем, она идет как разноправленный эликсир для борьбы с усталостью кожи, повышения иммунитета, улучшения внешнего вида. И действительно, у нее сразу-сразу все. Вот она такая вот маленькая. Хватает ее артикул 0169 у антистресса. Хватает ее реально не намного. Она действительно прям малюська. Сколько она, интересно, мале. Запах у нее яркий, обалденный, очень вкусный, приятный, не сладкий. Свежий какой-то, можно так сказать, бриз морской. Так, ну вот, 15 мл, ну так-то не очень мало, но может она мне нравится, из этого я ее постолько лью. Ну и вторая сыворотка, она называется Aqua Lifting. Все сыворотки не содержат парабена, спирта, минеральных масел и так далее. И именно вот это вот содержит в себе активный компонент, полученный из фиалки, который стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, способствует формированию водных каналов, обеспечивает увлажнение кожи и разглаживает морщинки. Тоже очень классно. Классно, сыворотка вместо увлажняющего крема или под увлажняющий крем, она идет уже немножечко другая, слегка такая маслянистая, перед макияжем отлично, тоже не скатывается ничего, прям обожаю ее. Вот такая вот она, вот. И запах у нее уже другой, какой-то зеленый немножко аромат. Я его практически не ощущаю, может быть, он и есть. Артикул 0165. Дальше сумка. Сумка классная. Впервые на моем канале. Впервые я ее заказала. Это рюкзак женский. Размер 26×34×11. Артикул 600-777. Приходит в пакете и вот в такой вот еще оберточке. Что в ней классного? Я ее заказала своей Виктории Антоновне. Застежка тут вот такая вот надежная. Не кнопочка. Ну, в принципе, кнопочки тоже раз на раз не приходится. Но мне пока что все хорошие кнопочки попадались. Тут один такой вот разъем. Дальше вот эта вот ткань. Видите, да, я рисую тут по ней. А вот это вот все кожзам. Я так понимаю, лямки регулируются. Я на сайте посмотрела, да, лямки регулируются, и сразу же ее себе купила. Очень вместительная, классная. Ее особенность в том, что вот тут вот по краям есть кнопочки, и вот эти кнопочки, их можно открывать, и складывать все, что вам захочется, а потом закрывать. В сумке действительно один карман, и все, больше ничего нет, один карман. В общем, понравилось, классно, увидите сбоку, как она выглядит на самом деле. Я думаю, вам понравится. Далее штаны, я их уже заказывала, но это я заказала опять-таки на подарок. Я закажу, подарю. В общем, это у нас идет размер 140-146. Артикул 861-172. Открывать не буду, но это очень классная получается футболка с длинным рукавом для девочки. Футболка-раскраска. То есть вы, дети, могут сами или отсюда срисовать, или сами сделать какой-либо рисунок. У меня Вика решила, что вот этот единорожек, он должен быть желтым. Но она его сделала желтым. Потом закрасила обычным фломастером, коричневое копыто сделала, и розовые сердечки сделала, и голубую гриву. Получилось, в принципе, тоже шикарно.
А фломастеры тканевые, конечно, первый раз, когда ребенок этим всем раскрашивает, лучше подложить пакетик под раскраску, иначе все насквозь промокнет. Это во-первых. А во-вторых, что интересно, ребенок сам создает и сам потом это носит. Это во-вторых, это тоже очень прикольно. Ну и в-третьих, обязательно ручная стирка, ни в коем случае с общим бельем не запускайте первую стирку. Потом все нормально, но вот первую стирку лучше постирать отдельно. Далее брючки, две штучки, это я уже заказала свои Вики, для чего они мягкие, классные, легкие, уютные, суперские, размер 140-146, состав 100% хлопок у них идет, у желтых 861-184, не буду вам их постоянно распаковывать, показывать, и у розовых 861-180, очень классные спортивки, написано, что это типа домашняя одежда, но на домашнюю одежду брючки эти абсолютно не похожи. Далее маски для волос, натуральный аромат ревень. Артикул 2654. Отпишитесь, у кого в огороде рос ревень. Отпишитесь мне, пожалуйста. Я помню, как мы его ездили к маме в огород, пока мама его не продала. И рвали этот ревень и кушали его, чистили и кушали. Очень вкусно. И я вот прям, когда эту серию выпустили, я прям влюбилась, потому что самый-самый, тот самый аромат ревеня. Далее у нас закончились салфетки от пятен. Я заказала несколько штучек, артикул 30552. Очень хорошо, спасли не одно мероприятие. Стевия сахар-заменитель закончился, 156,77. Чаи позаканчивались, поэтому я набрала новые. Мой любимый, конечно же, это с ломтиками ананаса, кокосом и семенами чиа. Это мой самый-самый любимый. Артикул 16035. Действительно классный, в меру крепкий, хороший чай. Прям понравился. И второй по любимости из рассыпных чаев. Именно из рассыпных чаев. Это с ломтиками ананаса, апельсином и какао. Тоже очень-очень вкусный получается. Так, а где ж у него? А вот артикул 16034. Действительно вкусные чаи. Вот сейчас эта акция с сайта пропала. Но в начале каталога я делала заказ в первый день каталога, и я увидела вот эту акцию, что она продолжалась. Я даже видео про нее на YouTube сняла, и я взяла еще всех по одному мылу. 500 мл с дозатором, артикул 2668. Вот. Ну, во-первых, такое мыло по отдельности продается с дозатором уже, и можно переливать. Или отдельно можно купить дозатор, что вот в компании Faberlic я брала на обзор дозаторы и так далее, и оставила себе всю эту красоту, потому что они были очень классными. Вот я пользуюсь теми дозаторами, такими фарфоровыми, суперскими. Ну, я думаю, кто давно меня смотрит, их видел. Банановый 2668, оранжевая меренга 2741, и малиновый мильфей 2667. Вот прям пол литра. Хорошо моют, не сушат кожу, ничего. Прям все великолепно. Далее жидкое мыло кошка малина. Пару штучек закончилось. 200 мл, артикул 2388. Взяла повторно средство для мытья посуды, артикул 8001. Нормальное средство понравилось. Когда я пошла искать, в принципе, средство для мытья посуды, оно просто самым первым попалось. Я вспомнила, что оно нормальное. Я его, конечно, не особо поняла. Оно хуже пенится, чем наше Faberlic. Но как-то вот взялось и взялось. Ну и ладно. Дальше. Биокапсулы для посудомоечной машины. Вот их я всегда беру с 70% скидочкой. Могу взять по 2 штучки в каталог. Артикул 10902. Ну, в принципе, сейчас уже все становится намного дешевле, кто смотрел новости. Я прям, если честно, счастлива, прям реально счастлива. Далее мыло для кухни, устраняющее запахи, нежное алоэ с антибактериальным эффектом. Очень надежно справляется. Мне понравилось. Я прям в восторге, если честно. Артикул 30203. Ну или 30203. Кому как удобнее. Вы знаете, 300 мл идет. Действительно устраняет все неприятные запахи. Оно может помыть доски так же, как средство для мытья посуды. И можно мыть пол, кошачьи лотки, ножи, там, чеснокодавилки. В общем, все, что вам захочется. Он действительно классный. И аромат действительно очень-очень приятный. Далее мы уезжаем отдыхать в Сочи. И пока мы отдыхаем в Сочи, я дала девочкам задание, да, у меня работает хозяюшка по дому уже, ну, более 5 лет, вот, работает хозяюшка по дому, и я купила несколько пенных очистителей для ковров, тканей и обивок. Они мне очень-очень понравились. Это сухая чистка против пятен, формула глубокой очистки, быстро удаляет сложные загрязнения, восстанавливает яркость красок, защищает от пыли. Артикул 30252. И вот вы знаете, так, сейчас я один вам открою. А вот он такой.
сверху. И пенка начинает расти. И можно, кстати, стирать курточки, манжеты от курточек, пуховики. В общем, у кого что, у кого какая задача дома. Да, какую задачу, смотря, нужно решить. Вы его просто наносите, он просто вспенивается. Ну и минут через 10, 15, 20 можно просто идти и смывать. Можно, конечно, поширкать. А нет, она такая есть, прям твердая такая. Можно попшикать, можно еще как-то. Вес нет-то 353 грамма, номинальный объем 400 мл. В общем, понравилось. Значит, задача человека будет, ну, как обычно, когда мы уезжаем, это два раза обработать Викин матрас, он новый, два раза его постирать вот этим средством, потом, значит, мой диван помыть, диван старшей дочки помыть, она часто у нас ночует, наш диван и диван в рабочем кабинете. Таким вот образом. И я взяла побольше, потому что у нас еще есть ковер, у нас пушистый ковер, такой, знаете, толстый такой большой ворс, у нас единственный ковер в квартире, он лежит в прихожей, он маленький, и вот это средство его особо не взяла. Не взяла по какой причине? По очень простой, ребята. Оно все вспенится сверху. Сверху чистенько, начинаешь раздвигать, ну там грязь, еще что-то. Поэтому мы уже замачиваем его в средстве для ковров и обивок, которое идет жидкое. Вот оно там в том случае работает лучше, потому что там такой толстый ворс. Эта пена, она просто остается наверху и ничего не отмывает. Но по идее классная штукенция, прям классная. Далее очищающий гель для туалета. Три штучки. Артикул 300-292. Нравится все-таки мне его запах морской свежести. Очень. Дальше, значит, вот такой вот. Средство для мытья унитаза 80-11. Хоть убейте, не помню его. Объем 600 мл. Буду пробовать. Попробую. Потом вам расскажу. Вот прям забыла. Как он действует, что он делает. Я знаю, что он такой более густой, нежели чем этот. Погуще идет. Ну, в принципе, наверное... И все. Давайте с вами его консистенцию проверим. Что-то вот я действительно... Ой, вот я как сделала. Что-то я действительно подзабыла, каким он цветом. Ага, ну он, видите, такой полугель, полужижа. Что-то такое вот. Ну все понятно. И запах. Ну запах у него очень похож. Ну BSC это же тоже натуральные все компоненты. Запах очень похож на фаберликнутый. Но он сейчас тоже уже фаберликнутый. Дальше. Мои любимейшие освежители. Обожаю, просто обожаю их. Освежитель воздуха BSC. Чистая нежность. Артикул 8005. Это классный суперский аромат сирени. То ли они по распродаже были, то ли где. Я что-то не знаю, что их так много набрала. Или про... Да, по-моему, они были по распродаже. Не дай бог закончится. Это просто обалденные ароматы. Это сложная парфюмерная композиция. Это действительно они до такой степени мне нравятся. Я от них даже не устаю, как они мне приятны. Пыляются тоже. Ну, это он еще новенький такой. Нежной, невесомой вуалькой. Все хорошо, все отлично. Я прям им готова поливать комнату, а потом сидеть и кайфовать от этого аромата, который может длиться иногда даже целый день. Вот вроде бы уже нет аромата. Ушел, там себе чайку, кофейку налить, компьютеру принести, пока сидишь, работаешь. Божечки ты мой, аромат есть, аромат остался. Чувственное наслаждение, артикул 8006. Очень понравилось. Итак, дальше. Концентрированный гель для мытья посуды. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, если этот маленький считать, заказала много, потому что парочку у меня свекровь увезет в деревню. У них начались сезонные работы, огородные работы, посудомойки у них там нету. Хотя вот они сейчас строят дом, мы им активно, материально помогаем. Они там все сами делают, работников нанимают и так далее. Мы помогаем только материально, но очень активно. Ну, грубо говоря, дом строится за наш счет. И получается, что... У нее там пока еще нет посудомойки, они уже начали обшивать дом изнутри, что-то там делать, уже проектируют лестницу. И, конечно, пока вот я им все это буду отправлять, потому что она этими средствами чуть ли даже не пол моет. Вот, такие вот классные средства, значит, с антибактериальным компонентом обязательно ей пошлю. Эвкалипт и арбуз, артикул 30-103. Далее, концентрированный гель для мытья посуды «Лесная малина», артикул 30-095. Далее, концентрированный гель для мытья посуды, артикул 399 или 30-099, тоже классный. Нравится. И сода эффект, вот этот я, наверное, вот этот пошлю, и антибактериальный.
Вот, наверное, вот эти два, потому что ей там, ну, действительно приходится отмывать в холодной воде. Стиральную машину они там что-то еще пока что не подключили, канализацию себе. Ну, в общем, у них там глухая очень деревня. Артикул 30097. И далее, это средство мыть пол, антибактериальный эффект, цитрус и мятное масло. Он содержит не только антибактериальный эффект, но и действительно хорошо моет, не требует смывания. И вот это вот не требует смывания, все-таки дети по полу валяются, еще что-то. Это очень важно. Когда на средстве это написано, я уже не боюсь, что у меня дети там всякую ерунду на себя насобирают. Ну, как обычно, средство для чистки духовок и плит закончилось, поэтому 30119 артикул, наш фаворит в каждом, наверное, обзоре, поэтому вам уже, наверное, будет скучно это все смотреть. Средство для устранения шариков, попались они мне, по-моему, там распродажи, вкладка распродажи, когда вы заходите не в печатный каталог, где надо листать каталог онлайн, офлайн, без разницы, а именно в самом каталоге электронном, там уже вы видите раздел «Распродажа», и в этот раздел заходите, и там все по распродаже. Вот, артикул 111.60. Далее у меня заказали, уже, наверное, не впервой, но я ни разу не показывала. Но, если честно, заказов у меня много. Вот таких штучек у меня покупают очень много, потому что, скорее всего, я ими сама активно пользуюсь. Артикул 910.012. Это акупунктурный массажный валик. Размер 38×14×9. Очень классная штука. Но что я им делаю? Я сижу очень много. Заболела спина. Я чувствую, заболела спина. Я взяла, положила под поясницу. И уже от копчика до, ну, можно так сказать, до лопаток у меня вот это вот место обработано и перестает абсолютно болеть. И причем не болит несколько дней. Это классно. Чувствую, что поднялось давление. Мне мой врач сразу говорит, если ты чувствуешь, что у тебя поднимается давление, сразу ложись на валик, и у тебя все пройдет. Действительно, все проходит. Потому что у меня шейный хондроз. Ну, это болезнь ленивых людей, как мне написали. Я согласна, я ленивый человек. Я люблю, конечно, ездить, кататься по миру, но профессионально спортом я не занимаюсь. И, конечно, такие проблемы после 40 у людей, которые не следят за собой, не занимаются профессионально спортом, там регулярно спортом, у них, конечно, таких проблем куча. Поэтому вот эти вот валики, не коврики, а именно вот эти валики, это просто шикарно. Вот я, например, ложусь реснички наращивать, и я, когда ложусь на кушетку, а она твердая. Ну, у меня мягкая, хорошая кушетка, но все равно твердовато. И я ее подкладываю под спину и могу даже уснуть на час, уснуть на два и спокойно проспать на этом. Представляете, я спокойно на этом сплю. И мне очень нравится эффект. Я очень довольна. Поэтому все, кто хотят здоровья, это тоже очень важно. Просто нет слов. Боль снимается, усталость снимается просто мгновенно. Да, они колючие, да, тяжело. Но есть же люди, которые даже на иголках стоят. У меня полно знакомых, которые накупили иголок и стоят на иглах. Но я думаю, что ничего страшного, если начать хотя бы с акупунктурного массажного валика. Это куда круче, чем иголки. Артикул 910.012, но я имею в виду по ощущениям, менее болезненно. Вот я на иголках, когда вставала, мне, конечно, все нравится. Но на второй раз мне было до такой степени больно вставать, что я просто, они у меня эти дощечки сейчас с иголками просто валяются. Хотя, конечно, очень-очень зря. Но я не люблю вот издеваться над собой, я не люблю это все терпеть. И я просто вот такими вещами спасаюсь. Я могу постоять, только не на валике уже, а на коврике. Мне тоже нравится постоять, поперебирать. Я прям довольна. Пошагать на них тоже очень удобно. Ну что ж, мои дорогие, это был мой обычный заказ компании Faberlic. С вами была Конова Аня и проект Faberlic Online. Из новинок всего лишь один рюкзак. Пока-пока!